Мороз день ото дня крепчает, и снегу больше с каждым днем. Снег все летит, упав, не тает, а мы опять чего-то ждем. Зима, как время ожидания того, что вдруг произойдет, быть может, общего признания, а может быть, наоборот. Мы ждем с надеждой и тревогой, что все закончится вот-вот, пройдут бессонные тревоги, и мир в спокойствии вздохнет. Мы ждем, как чудо исцеления, что снова воцарится мир, что прекратились все мучения, и каждый счастье ощутил. Мир так устал от лжи и сплетен, он хочет верить и любить. Мы люди все, и каждый смертен. Давайте просто в мире жить. Стихотворение Ирины Расшиваловой. А всех православных христиан поздравляю с рождественским сочельником. Вот и наступает, друзья, наше православное Рождество. Всем счастья, добра, здоровья, мира.